по-прежнему есть в бюджете деньги на депутатские расходы – около 2 миллионов рублей. Почти последним на обсуждение вносится вопрос о лишении звания почетного гражданина города Димитровграда губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Часть депутатов высказывает свое несогласие. Почему говорю? То есть заочно, да, получается, один созыв принимал это положение, да, все-таки действительно люди удостоились, а мы сейчас как бы заочно. Я в этом вижу такую как бы неправильность. Из зала слышатся выкрики, что во всем видна политическая составляющая. Сами коммунисты не скрывают. Областное отделение, правящее в Димитровграде партии, одобрило данное решение Гордумы. Среди причин лишения звания – отсутствие деловых контактов губернатора с депутатами города, решение Ульяновского обкома КПРФ и резолюция с митинга 9 февраля. Помощник губернатора Николай Горшенин тоже возмутился такой постановкой вопроса. Мы сейчас говорим о волеизъявлении народа, который собрался в феврале месяце по инициативе сидящего же здесь Александра Владимировича. И когда собралось 300 человек народу, из них 100 димитровградцев и 200 человек приезжих, и мы сейчас говорим о том, что это волеизъявление всего на города горожан в городе Димитровград. А вы прежде чем вынести это решение, вы посоветовались с всеми общественными организациями и всеми людьми, о которых мы сейчас говорим, в городе, чтобы вынести вот такое решение. Вы, дорогие мои, берете на себя огромную ответственность. Слово берет присутствующий в зале депутат прошлого созыва городской думы Асхат Юсупов. Сергей Иванович всегда оставляет, в прошлый созыв мы всегда говорили, городская дума это какая, независимо от партии, ничего, это народные люди, которые работают непосредственно на город. Мы одна партия, это один город Димитровград. Сейчас посмотрю на все это лично, понимаете, говорю, обидно от того, что непонятно, зачем вы лично все это переносите на людей. Потому что, я кратко скажу, общественная организация, это боевое братство средств ветеранов войны в Афганистане. Мы в свое время ходатайствовали. Давайте так, я завтра соберу свой коллектив и скажу, что вот у нас есть определенное количество людей, которые сказали все. Прокуратура вновь указала депутатам на правила внесения вопросов в регламент заседания городской думы. Проект решения по данному вопросу зампрокурор города получил лишь в ходе заседания. Я в сторону правовой занимаю. То есть, на мой взгляд, неразумно, по меньшей мере, принимать документ, который не прошел соответствующей проверки на предмет юридической составляющей. Свои сомнения я говорю. То есть однозначно, то есть, выступлений было много, в ней много высказывалось мне много, правовую сторону почему-то никто не упоминает. Но если мы возьмем действующее положение, оно у нас принято 29 августа 2018 года, 89-1076, процедуры лишения звания почетного гражданина города Димитровграда оно не предусматривает. Похоже, ничему не учит депутатов история, ведь народным избранникам этого созыва уже не раз приходилось не только приостанавливать, но и отменять собственные решения за эти полгода. И каждый раз этому предшествовали замечания или несогласия представителя надзорного органа. Большинством голосов депутаты городской думы третьего созыва проголосовали за лишение статуса почетный гражданин города Димитровграда Сергея Морозова. Кстати, комментируя решение димитровградских депутатов, Сергей Морозов заявил, что готов пожертвовать почетным званием, если это позволит депутатам наконец заняться решением настоящих проблем Димитровграда.